Всем привет! А вы знаете, у нас радость сегодня очередная. Наша компания Reflame сделала приятный сюрприз, ожидаемый. Вот это в подарок ноутбук за хорошую работу. Я Радиславу прямо торжественно вручаю, чтобы он открыл при нас, при всех и похвастался. Какая у него мама молодец, да? Да. Да? Ну что, смотрим, что там. Ты можешь не резать, Котик. Ты можешь вот так вот прям рвать. Я тебе прям разрешаю, да. Можно так прям не спешить. Давай, я тебе помогу. Угу. Как называется это ноутбук? Acer. Acer, да. Сам снимешь ломбу. Немножко ты, да, растерялся. Вот, котик, вот с этой стороны. Ну, это не важно. Тут у нас 500 ноутбуков на столе, да? Тебе нужен свет, да, именно селфи-лампы. Котик, ну давай быстрее, я уже сама изнемогаю. Можно я тебе помогу? Нет. Можно я тебе помогу? А ты пока поговори с нашими друзьями. Не хочешь говорить, нет? Не о чем, да, просто? Спасибо за тапочки. За какие тапочки? А, папа зашел, сказал спасибо за тапочки. Что не мешает? Не мешает, мы же записываем. Не, вы понимаете, что происходит? Происходит все. Я открываю. Ну, давай. Показывай. Радислав, а за что мне дали ноутбук? Ты хоть... За работу. За какую конкретно? За Reflame. Ну, а что я делаю в Reflame? Работаю. А что конкретно делаю в Reflame? Заказы доставляешь. А, заказы доставляю? Ну, да, действительно. Что еще делаешь? Забираешь. А знаешь, за что я получила ноутбук? За что? Я пригласила 10 новых консультантов в компанию Reflame. Научилась делать заказы. И помогла им пройти 4 шага стартовой программы. Всего лишь 10 человек. Новых консультантов. Из них 2 партнеров остались на бизнес. И я думаю, что с ними будет работать Владислав. Да, Котик? Будешь работать? Да. С 2. Хороший? Да? Папа сказал, что надо оставлять. Хороший ноутбук. Я уже предвижу. Мы свойства его... Прикинем. Ну, класс. Что ты пожелаешь друзьям нашим? Чтобы у вас тоже был такой ноутбук. Да? Ну, это скажи, легко или очень легко сделать? Нелегко. Нелегко, да? Ну, в принципе, просто. Совершенно просто. Да, я всем говорю. Да. Ребята, никто не говорит, что легко. Но, в общем-то, это просто. На самом деле. Да. Понять, что к чему. Приглашай, рассказывай, помогай. И снова приглашаю. Все. До встречи. Твой, ты забрал его уже? Да. Всё. Ой, понятно. Хорошо, что пока не машину тут у меня забрал. Не машину заберу? Ага.